Лесные шахматы – именно так называют спортивное ориентирование. Здесь важно не просто стать самым быстрым, но и грамотно спланировать маршрут. На этой тренировке ребятам из 8 контрольных точек нужно посетить минимум 6. Но какие выбрать, каждый решает сам. Дисциплина называется кросс-выбор. Тренируется внимание, память, потом опять же физическая подготовка немаловажную роль играет. То есть, это все ведет к тому, что хочешь не хочешь, а приходится вести здоровый образ жизни. То есть, какие-то пагубные привычки, если они и были, они уже как-то сами собой отсеиваются. Петр Кузнецов пошел по стопам отца. Ориентированием занимается более 20 лет. Традиция семейной династии продолжает и его дочь Таисия. Путь к успеху не был простым. Девочка признается, что начинала с первых мест. Правда, с конца. Самое худшее это время – это был участь с чем-то, когда я только начинала. А так потихоньку начала. Но все равно ты пытаешься побить свое время, старое, пробежать лучше. То есть не только побить по своей группе, но если бывает так, что у нас одинаковые дистанции, но разные группы, то есть ты пытаешься кого-то сделать, побить рекорд в других группах, которые старше тебя. Сейчас лучшее время Таисии – 12 минут. Благодаря упорному труду за 6 лет девочка смогла подняться на высшую ступень пьедестала. Ее верные помощники на тренировках и соревнованиях – карта и компас. Именно по ним ребята ориентируются на местности. Чаще всего бегать приходится в городских парках. Дистанция достигает 5 километров. Нюанс в том, что делать это приходится круглый год. Бегаем в любую погоду. Поэтому благодаря этому виду спорта я поняла, что у природы нет плохой погоды. У нас есть даже такая тактика, что лучше сразу упасть и испачкаться, чтобы потом не было обидно, если ты упал, испачкался, то сразу как-нибудь извозюкаться, и потом будет проще. Такая закалка дает свои результаты. У всех ребят есть юношеский разряд по спортивному ориентированию, а четверо уже выполнили первый взрослый. Однако признаются, главное не победа, а прогулки на свежем воздухе, общение и возможность улучшить личные рекорды. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».